Мы знаем, что вместе с линейкой S21 компания выпустит новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro, но на самом деле этим все не ограничится. По словам надежного индийского инсайдера Ишана Агарвала, Samsung запустит еще один продукт под названием Galaxy Smart Tag. Это умные Bluetooth трекеры. Они будут стоить порядка 15-20 евро или около 1500 рублей, что звучит весьма по-божески. Только представьте, какую цену поставит Apple за свои Bluetooth трекеры. Samsung Galaxy Smart Tag, по данным инсайдера, будет представлен в двух цветовых вариантах, черном и белом. Но о точных его функциях мало что известно. Мы можем ожидать, что они будут работать так же, как обычные трекеры, которые можно прикрепить к любому объекту. Кошельку, ключам, пультам дистанционного управления, наушникам и так далее. Для отслеживания с помощью приложения. Конечно же, это все должно быть плотно интегрировано в экосистему Samsung. Трекеры будут использовать недавно анонсированную технологию SmartThings Find, чтобы помочь пользователям отслеживать различные объекты. В настоящее время Samsung проводит двухмесячный бета-тест SmartThings Find в Южной Корее, США и Великобритании с участием 6 миллионов человек. И на этом у нас, друзья, все. Спасибо, что посмотрели. Обязательно напишите свои мнения по поводу того, что вы сегодня услышали. Кто-то из вас ждет S21 так же, как и я? Дайте мне узнать об этом в комментариях. Как всегда, мы с вами увидимся уже очень скоро в следующем видео. Всем удачи!